Добрый день, друзья. 11 марта 2023 год. Староженко Владимир, YouTube-канал Староженко Владимир. Друзья, это видео будет для людей, которые трудяги, у которых есть свой бизнес. Это не для людей по найму. Это видео не для людей по найму. Хотя, может быть, для людей по найму, у кого закипело. Это видео для людей мотивационное, кто хочет заняться своим бизнесом, своим делом каким-то, своим ремеслом. Поэтому о чем пойдет речь? Речь пойдет о примерах, да, из жизни. И речь пойдет немножко о грамотных мотивационных таких технологиях. Значит, досмотрите это видео до конца. Даже руководители фирм, даже военнослужащие в больших чинах, там и генералы, и генерал-майоры, им даже и губернатору это может быть пригодится, понимаете? И людям, которые работают по найму, но которые понимают, что в условиях мирового кризиса и ВО надо что-то делать. Надо что-то делать, чтобы улучшать качество жизни. Надо как-то ускоряться, потому что мы не вечные. Вот если у вас такие мысли, вот это видео будет для вас. Значит, поехали. Я Староженко Владимир. У меня такой тон немножко позитивный, но немножко как бы агрессивный, возбужденный. Почему? Потому что я сейчас физическую нагрузочку такую сделал, рывочек, да? И я после суток, работаю сутки через сутки, 360 часов. И хочу поблагодарить своего генерального директора, что он меня взял на эту работу. Уже третий сезон, да, и третий сезон меня берет на эту работу, да, машинистом котла. Я хочу поблагодарить вот Анатолича искренне от души, потому что были трудные времена, когда мы после операции выживали, да, и два бизнеса моих стали сдуваться, да, там 980 человек было в одной организации, в другой поменьше. Не буду сейчас говорить конкретику, там смотрите мой YouTube-канал, значит, там, кому интересно, кто я, что я, там больше 1500 видео. Я там по косам занимаюсь, объект Минобороны летом, летний лагерь Суворовского училища, 1500 соток, это 15 гектар, кто понимает, да, кто понимает. 5 вахт в этом году было, в 2022 году, ну, получается, тем вот этим летом, которое прошло, 5 вахт, 55 суток в общей сложности, 12 суток, 16 суток, 18 суток. Там надо преодолевать и клещи, там, и осы, и пчелы, в смысле нет, и осы, и шершни, и змеи, да. Все это надо преодолевать, надо иметь какую-то сноровку, навыки, да, технику безопасности, потому что никто больничный не оплатит, это как бы я наемник со своим оборудованием. Поэтому, друзья, я трудяга, но за спиной 26 лет сетевого маркетинга. Почему у меня грамотная речь и почему я ясно выражаю мысли? Итак, поехали. Это не какая-то революционная, там, какой-то призыв. Нет, это изнутри должен быть мотив, внутренний мотив, ваш мотив что-то делать со своей жизнью. Я делаю физическим трудом, занимаюсь летом, машинист котла, сутки через сутки, 360 часов. Но это 360 часов, но это рядом с домом. Спасибо генеральному директору. Дай бог процветания, что меня взял. И дай бог процветания руководству вот, объекта летнего лагеря Суворовского училища, которое меня привлекает уже два сезона, это будет третий сезон, значит, к этому делу. Но и благодарю своих наставников по сетевому маркетингу, значит, по сетевому маркетингу, под чьими знаменами я познал секреты и опыт предприниматель только сетевого маркетинга. Хотя я занимался и предпринимателем, 40 поездок в Китай. Ну, смотрите мой YouTube-канал, там все подробно. Значит, смотрите, я обещал вам мотивационные такие технологии, да. Значит, смотрите, я занялся сейчас с 22 февраля краудфандинговая платформа. Это касса взаимопомощи, защищенная 135-м законом Российской Федерации. Значит, Be free по-английски, be free по-русски. Это значит деньги, одна программа на каждый день деньги, и вторая программа деньги на мечту. Итак, значит, меня просто, ну, накипело, да. Я чем больше блеск, тем больше партизан. Я работаю много, но здоровье-то уже не то, 55 лет. И вообще у меня как бы проблема с суставами. Но я все делаю, да. И теперь смотрите, показываю, почему у меня немножко голос такой позитивно, такой агрессивный. Хотя нам в Гербалайфе говорили, я из Гербалайфа, кто понимает, в теме, да.
Если вы не делаете агрессивно, положительно, вы ничего не делаете. Итак, давайте я сейчас немножко конкретику скажу, чтобы вам было интересно, кто еще смотрит это видео. Значит, смотрите, в любом деле, хоть вы пластиковые окна решились населению услугу оказывать, делать, хоть вы занимаетесь СТО, хоть у вас мойка, хоть у вас ремонт автомобилей, хоть вы занимаетесь бухгалтерским там учетом, там консультациями, хоть вы медик, да, небольшого ранга, да даже и большого ранга, у каждого все познается в сравнении, хоть вы военнослужащий, хоть вы пожарник, хоть вы в силовых структурах, хоть вы полицейский, хоть инвалид, хоть мамочка по уходу за ребенком, хоть вы кочегар, хоть сварщик, хоть водитель, хоть дальнобойщик, хоть таксист, кого еще там не перечислил, да? Значит, достаточно, да? Любая сфера деятельности, любая сфера деятельности. Но представьте, дай бог всем здоровья, дай бог всем здоровья, дай бог здоровья. Вот у нас просто родственник неудачно поскользнулся и загремел, очень серьезно поломался. Сейчас нужно деньги. Так как я занимаюсь 7 лет БАДами компании Full Life Research, я позвонил ребятам, что при переломе шейки и бедра. Во-первых, это не гипс, ничего на растяжках, это боли. Это надо что-то такое невредное, более утоляющее. Во-первых, это надо для кровеносной системы, потому что человек лежит, да? Дай бог здоровья, дай бог здоровья, дай бог здоровья. Это надо для иммунной системы, это надо для пищеварения, глюкоуч. Это надо вывод лекарств. Это супердетокс. Здравствуйте. Поэтому как минимум это надо для костей дважды гидролизованный сывороточный протеиновый пептидный коктейль. Да? Значит, это надо как бы получается по минимуму. Это надо как бы 25 тысяч. А если двойная дозировка, надо ускоряться, человек уже больше 70, да, то это двойная, это 50 тысяч. А, друзья, их нету. Есть в запасе трай-фактор, да? Там 3310 рублей по себестоимости, да, по оптовым ценам для VIP-клиентов, для партнеров. Но 350 рублей как бы для клиента маржа, да? 4life.dv.ru, 4life.com, да, здоровье. Может быть, кто-то беременный, надо подкормить беременную мамочку, да? Может, кто-то хочет зачать ребенка, надо подкормить, чтобы вирусов, чтобы иммунная система уничтожила вирусы, бактерии, грибы и у будущего мамы, и у будущего папы, да? Может быть, кто-то попал после инсульта, после инфаркта, да? Это все подкармливать. Может быть, кто-то работает посменно, там, или дальнобойщик, там, нарушает биоритмы, значит, вот сна, да, это надо. Может быть, спортсмен, это надо, да? БАДы, трансфер-фактор, да? Ну, у каждого свое. У кого-то сибирское здоровье, у кого-то Амбей, там все, да? Вот. Но я беру такие, как бы, может быть, у кого-то кто-то родился, а может быть, кому-то надо на черный день на похороны, да? Дай бог всем здоровья. Вопрос, насколько вам нужны деньги? И поэтому есть сетевой маркетинг, да, товарный. Вот я 26 лет, но самый мой максимум я построил организацию 150 человек, я построил 150 человек в первом уровне. А мы построили уже все вместе с параллельными коллегами, с моими наставниками вышестоящими, с параллельными коллегами, со всеми. Из 150 мы построили 980 человек под моим компьютерным номером. Я знаю, что такое 62 тысячи за групповой объем в сети ежемесячно. Да, я знаю. Потом по разным причинам это сдувалось, а 30 тысяч там было, да. Вот сегодня получил 19 с чем-то, но продукция. Надо регистрироваться. ИП тогда будет минус 6%, да, и остальные наличкой, да. Или, допустим, там продукция, да, и надо это все реализовывать, да. Парфюмерия, косметика, lambre.ru. Я с вами честно, откровенно говорю, да. Честно, откровенно говорю. Потом я покажу, что я делаю. Кто-то там под пальмами лежит, да, и записывает видео там, да. Ну и молодцы, они заработали это. Кто-то едет в дорогом автомобиле, записывает видео, да. Жизнь удалась, да? Уроки там. Я вот благодарю этих ребят, я очень у них учусь, да? Я записываю видео, когда я работаю физически. Хотя я уже зарекся, что вот я на 8 марта поздравил девушек в костюме, да? Там все, у меня там, смотрите, за 8 марта 2023 года. Мой весенний бизнес-план за 65 суток заработать 513 тысяч рублей, да? Я там показываю. Или для мужчин и женщин подарок к 8 марта золотой треугольник компании BeFree там, или 13 суток
с кассой взаимопомощи BeFree там, да, или там поздравляю с 8 марта дорогих женщин, да. Вот посмотрите, за 8 марта 2023 год Сороженко Владимир, больше 1500 видео, да. Я там в костюме, и я уже зарекся в грязной одежде, в рабочей, больше видосы не снимать. Но сегодня я так понял, что надо сделать мотивационное видео. Итак, друзья, смотрите, насколько вам нужны деньги. Мне нужны деньги вот прям срочно-срочно на водопровод, на водопровод. Ну, 500 000 надо, а то если еще и пристройку будем делать, там душ, там джакузи, там вертолетную площадку, катеру причала, то надо и больше, да, по 2 000 000. Ну, я так шучу, на катеру причала, конечно, не хватит, на вертолетную площадку. Ну, хотя бы так, к своим полдома пристроить еще услуги, да, нормальные, человеческие, да. И, друзья, вот касса взаимопомощи BeFree, значит, это краудфандинг, да, если вы посмотрите, как деньги зарабатываются в интернете, да. Есть разные площадки. Это семиместная, не делящаяся, интегральная матрица. Интегральная – это значит математический алгоритм. Программисты заложили умножать и прибавлять. Уже прошло 4 аудита с 21 марта 2019 года. Сейчас будет 5-й аудит. Поэтому все работает. Мой наставник... Вообще за деньги не принято громко говорить, но мой наставник, видя мою целеустремленность, видя мою работоспособность, она говорит: Володя, тебе можно. Больше 8 000 000 вывела за 24 месяца, да, это более 118 тысяч рублей. Ну как, вот допустим, я объясняю людям, да, а они говорят: что ты заработал? Вот ты покажешь мне деньги, я за тобой пойду, да, ты молодец, ну покажи деньги. Как вы знаете, Господь сказал человеку, да, иди, верь в меня, а он говорит: увижу, поверю. А Господь ему говорит: ты иди, шевели булками, работай. И увидишь, и поверишь. Поэтому, друзья, смотрите, насколько у вас есть страсть, насколько вам нужны деньги. Теперь смотрите, сравниваем. Ребята наши защищают нас, получают ранения, гибнут на военной операции. Да, да, деньги хорошие, но кто-то может не вернуться. Да? Можете вы так? Я бы пошел, но у меня суставы просто уже дряхлые. Я спрыгну с бронетранспортера и сломаюсь. Мне только подорваться, обвязаться гранатами и подорваться, да. Вот. Дай Бог всем здоровья, дай Бог мира, дай Бог, чтобы все вернулись скорее. Любая война, как генерал Лебедь говорил, любая война заканчивается. Примерьте на себя. Готовы вы? Не готовы? Кто-то готов, кто-то не готов. Храни всех Господь, кто готов. Войны, настоящие войны. Второе, допустим, да. Извините за крайности, кто-то занимается полукриминальными делами, да. Не буду раскручивать тему, просто обозначил, да. Риски, можно сесть в тюрьму, можно сесть в тюрьму. Готовы рисковать? Насколько вам нужны деньги? Да, ребята классные, лидеры, да, могут попасть под государственную машину. Я очень аккуратненько. Готовы? Рискуйте. Я уже дедушка, 55 лет, я лихие 90-е прошел, не запачкался в криминал. Но сейчас уже, тем более, как мне товарищ говорит: Володя, ты лихие 90-е прошел, в службе безопасности уссурийского рынка был 4 года. Там столько было всего остренького, и ты не сел. 92-й, 96-й год, ну и много еще всего, чего было. Совесть чиста. Да, есть какие-то недовыполненные финансовые обязательства, есть грешки. Поэтому и надо, пока не крякнул, подтереть за собой. Ошибки финансовые есть, ребята ждут. Поэтому я там записывал видео, да? Пора поспать, 150 часов старта. Я там 144 часа не спал, уже крыша поехала, поэтому мне посоветовали, ребята, выпить коньяка и уснуть просто хотя бы 4 часа, чтобы уже нервная система не взорвалась, да? Вот я так стартовал в BeFree. Почему? Потому что здесь я увидел результат. Короткая цепочка. Через одного человека вы уже возвращаете свои деньги. Здесь риска вообще нету. Риск есть, если мы в один прекрасный момент не сможем зайти на сайт. Вот единственный риск. Я натыкался на обратную связь. Кто-то говорит: все это фантики, я проходил там Кэшбери и все остальное прочее. Ребят, ну все проходили. Если вы живете в отрицательной парадигме, ради Бога, значит, вас страсть еще не настигла. Опять
развернуть свой флаг, опять вспомнить про свои мечты, не наступать на горло своей мечты и опять рвануть. Вы никого не мошенничаете, никого не подставляете. Единственное надо, или кто хочет научиться коммуникабельности, или кто владеет коммуникабельностью, у кого большие, ну, много знакомых, да, или в большой организации он работает, да. Поэтому, конечно, мы какого-то человека, который, может, он даже глухонемой, но он владеет интернетом, есть, значит, сурдопереводы вообще на сайте на 8 языках. Казахский, французский, польский, турецкий, русский, английский. Очень классные инструменты. Там, как открыть кошельки, там, как зарегистрироваться, все есть, все есть, все есть. Есть личный кабинет, есть чаты, все есть, есть наставник. Вот мой наставник со мной, получается, сколько? 14 суток был на связи. Вот сегодня мы только ночью созвонились, я уже готовлю там, ну не то, что воронка захват, нет, кого-то это колбасит, нет, просто такую болванку, где ссылка автоматически на мой YouTube канал, где ссылка автоматически на мой Skype, где ссылка автоматически на мою электронную почту, где ссылка на мои телефоны, да, вот, вот человек мне такую болванку готовит, хотя я в интернете 2 по 5, да. Но у вас есть дети, у вас есть какие-то знакомые, да, которые в этом больше разбираются. Есть у нас, значит, сегодня будет встреча по Москве в 13.00, 11 марта. Будет у нас встреча вот по личному кабинету, обзор, вот эти инструменты для старта, да. Но надо в Телеграме, вам оформиться в Телеграме, это несложно, да. И будет у вас Телеграм канал, и там все, потому что там, допустим, в Зуме, там только до 35 минут общения, а Телеграм, он вам на телефон, короче, это будет, ничего не будет стоить, да. Придется обучиться, но какие деньги на кону? Деньги даже, как бы вам это дико не казалось, в 300%, да. Можно начать с 30 долларов, можно с 75, вот я начал со 150, это 12 тысяч рублей, можно с 300 долларов, можно с 900, можно с 2700, можно с 800, да. Друзья, я сейчас не буду про это, про все говорить, просто Be Free, финансовая программа, деньги на каждый день и на мечту. Я просто вам хочу сказать, мотивация, насколько вам нужны деньги. Теперь смотрите, насколько мне нужны деньги. Смотрите, видите, я с бачками. Вот здесь получается на 630 литров. Вот это я принес все на себе. Вот это я на себе завязал гирлянду. Гирлянду, все это на себе принес. Это я сейчас еще по-чистому. Это вот моя грязная куртка, это мой фартук, это мои перчатки. Это мне звонят, что за мной едут. Заберут меня ребята на микрогрузовике. Вот 630 литров. Вот это страсть. Если бы вы бы побегали вот так с бачками, вы бы, если бы вам бы руководство бы говорило бы, только я никого ни в коем случае не виню. Просто я говорю, да? Вот есть фраза. Когда вы будете оплачивать мои счета, если вот вам кто-то возражает, а, ты дурачок, чем ты занялся? Я же не занялся девочек продавать на экскорт, понимаете? Я же не занялся наркоманией. Я же не продаю клей, да? Я же там не занимаюсь бандитизмом, да? Я же занимаюсь нормальным делом. Я показываю людям путь, по которому иду сам, да? Касса взаимопомощи. Вот вы, допустим, работаете на предприятии, да, вот мы грузчиками работали, 12 человек бригада. Вот жена у меня бухгалтер, допустим, у них больше 20 человек. Вот, допустим, у вас, допустим, зарплата. Мы очень хорошо зарабатывали. Ну, допустим, на наши деньги давайте возьмем 40 тысяч рублей. Привет, Игорь. 40 тысяч рублей, допустим, на наши деньги, да? Смотрите, 3 тысячи можно выделить? У вас коллектив 20 человек. 20 человек по 3 тысячи 60 тысяч. Может, вам надо купить сотовый телефон. Может, вам надо купить таблетки для больного родственника. Может, вам надо за операцию платную палату купить там, да-да, и отблагодарить врачей. Может быть, вам, ну, где-то полтинник надо, платная палата и операцию там, и всем подарки сделать, отблагодарить. Полтинничек надо. Это по старым русским традициям, да. Вот, может быть, вам надо из роддома забрать внука там или ребенка, да. Может быть, вам надо ремонт в доме сделать. Может быть, вы собираетесь в отпуск. Может быть, вам надо что-то достроить. Может быть, вам надо купить, как мне, запчасти к покосу, к моим мощным триммерам немецким двум, да. Триммер 250 для покосов. Но я все купил с осени, потому что сейчас вот
доллар все равно растет на 20-30%, все вырастет. Я это еще с осени все купил, все там катушки, лески, там все, смазки. Сами думайте, на что. Может быть, вам квартиру подремонтировать, может быть, вам машину подшаманить, может быть, вам там стартовать в каком-то бизнесе. Смотрите сами, на что вам деньги. И касса взаимопомощи. 20 человек скидываются по 3 тысячи, 60 тысяч. Вы в кепке, допустим, разыгрываете, кому в первую очередь, да, тянуть. И вы получаете 60 тысяч рублей там в этом месяце или в следующем месяце. А потом 20 раз по 3 тысячи отдаете другим людям, да? Отдаете другим людям. Но это без процентов, да? Вот это касса взаимопомощи. Также и здесь, в BeFree. Вы регистрируетесь, приводите людей, двух человек. Можете не приводить, ну, первый раз. Наставник за вас сработает. Ну, постоянно он за вас работать не будет. Мне звонят. И получается, что вы, в чем фишка? Вы получаете быстрее деньги, да, в кассе взаимопомощи. Ну, я вам просто параллель провожу. Здесь вы получаете тоже, там, допустим, с 12 тысяч рублей, с 150 долларов, 34 200, да, вы получаете. А если вы, допустим, 300 долларов, это получается 300 долларов, это сколько там, на 7, да, 21 тысяча, да, вы там получаете больше. Если вы там, допустим, на 2700, то это 205 тысяч рублей, да. Ну, как бы не будем сейчас в цифры, я хотел про мотивы сказать, да. Короче, никакого криминала нету, единственное, под танки не надо бросать людей, которые, нарвавшись на возражения, начнут истерику закатывать. Поэтому смотрите, что я вам говорю. Первый отзыв. Ну, про кассу взаимопомощи вы поняли, да? Про в коллективах. Вы получаете деньги наперед. Вытащив, допустим, счастливый жетончик со своим именем, да? А потом вы без процентов платите. Вам, допустим, надо купить телефон сотовый за 60 тысяч. Можно нормальный сотовый телефон купить, да? Для работы с интернетом, да? Вот. Точно так же и здесь. Вам надо купить там... Ну, я уже перечислил, что вам надо купить. А потом с вас удерживает, да, касса взаимопомощи на вашей работе. По 3 тысячи, допустим, да? Или там по 1000, или по 5. Принцип понятен. Точно так же и здесь. Откуда деньги? Мы строим на платформе, да, на сервере надежном, который проверялся уже 4 раза, который работает 4 года, да, BeFree. Мы вот это визуально в матрицу, да, 7 мест, коротко, закончилось, никакая юбка не растет. Дальше новая матрица. И мы вот с этими 7-6 человеками быстренько помогаем друг другу закрывать эти места, делиться позитивными яркими историями, что мы действительно зарабатываем деньги на каждый день и на мечту. Просто коммуникабельность, касса взаимопомощи. Все по кругу получают. Потом эта система по кругу закольцовывается. Это как вот цифра 6. Шестерка, да, кверху хвостик, да, и потом кругляшок. Вот кругляшок — это когда вы уже входите в 150 или в 300 УЕ, да, по кругу закольцовывается. А вот этот вот хвостик, который кверху, я просто выглядываю, ребята на грузовике должны за мной подъехать. Это вот 30 долларов, это 75 долларов, да, вот этот хвостик. Кто-то начинает сразу, как я, со 150. Теперь мотивы, смотрите. Вы должны это понимать. Вот этот процесс, вы хоть за пластиковые окна кому-то говорите, хоть вы говорите, что вы открыли СТО, хоть вы говорите, что вы профессионал копирайтинг, хоть вы говорите, что вы адвокат и ищете клиентов. Вам говорят, какой ты адвокат, ё-моё, какой ты бухгалтер. Вы, допустим, прошли переквалификацию. Какой ты водитель, да, там, какой ты там, не знаю, кто там еще там, какой ты доктор, ё-моё, какой ты там предприниматель, ё-моё. И вам что, от вас отмахиваются, от меня-то как отмахивались, да? Но я знаю, что с этим делать, поэтому вам советую. От вас отмахиваются, и чтобы вам не выбили табуретку из-под ног и не растоптали вашу мечту, да, вы говорите, вот когда вы будете оплачивать мои
Если вам запрещают, допустим, на работе к кому-то обращаться, вы говорите, когда вы будете оплачивать мои счета, тогда вы будете мне указывать, да? Я людям несу благо. Второй момент. Чтобы вы понимали, от нас отмахиваются, как от комара, как от назойливой мухи. Да пошел ты, что ты там чешешь? Что ты мне скидываешь на телефон? Ты что мне память засираешь, да? Вот. Это первый момент. Второй момент. Значит, вас вообще не видят. Первый момент, вас вообще не видят. Вы говорите, вас вообще не видят. Второй момент. Вы настойчиво продолжаете. Вы начинаете людей раздражать. Я начинаю людей раздражать. И начинается как бы негатив. Отстань, я тебя заблокирую там, допустим. Ну, нормально, вы тестируете людей. Вы пишете списки знакомых. Значит, кто не хочет, не хочет. Потом вы к ним потихоньку возвращаетесь в третий раз. Вы работаете с другими людьми. В третий раз. Но вы их любите. И говорите им: ребята, вот я вас люблю, уважаю. Вы мне делали добряки. Я же был нормальный. Я просто увидел возможности. Они... законные. 135 закон Российской Федерации разрешает кассы взаимопомощи. Это не мошенники. Да, есть и мошенники. Но вы сядьте, изучите, что это стабильно, что это надежно. Вот. Третий момент, да. Вас с вами начинают воевать. С вами начинают воевать. Вы же вас сначала не видели, потом вы начинаете раздражать. С вами начинают воевать. Я на тебя там натравлю налоговую, я там на тебя... Да, пожалуйста, можно зарегистрироваться информационно-консультационные услуги и платить 6%. Ну, вам пока это не надо с начального момента. Ну, вообще, это ли единственный попадос, те карты, которые приходят на вашу карту, допустим, да? Налоговая может ее заблокировать, да, или банк. Вызвать вас в налоговую – это единственный попадос. И заставить вас заплатить... 13%. Это с 1 130 000. А тогда уже можно, конечно, и зарегистрироваться, 6% платить, и тогда с 1 060 000. И обозваться информационно-консультационные услуги. Понятно, да? Значит, кто-то вам чего-то угрожает, друзья. Я помню, когда пришел в больницу к главному врачу, не буду говорить, да, и те БАДы, которые помогли моей жене после онкологии, мне помогли, там, дочке помогли, там, при отравлении, внуку помогли при кашле, собачке моей помогли, когда она упала на 4 ноги. Я работаю с врачом-онкологом, работаю с врачом, друзья мы уже, с онкологом мы друзья уже больше 30 лет, с терапевтом мы знакомы где-то около 10 лет, не буду называть имена, да, великие люди, верующие, добрые, просто врачи от Бога. Вообще врачи от Бога только 3%. Остальные, как и в любой профессии, работают, да в любой профессии, врачи, специалистов от Бога, там, где 3%, где там до 10%. Остальные работают за зарплату. Если вы его поднимете ночью, он не пойдет никого спасать. Понимаете? Он работает за зарплату. Только несколько процентов людей, которые в любое время дня и ночи готовы служить людям. Это как в СССР были врачи, милиционеры, пожарники, да, которые погибали геройски, спасая человеческие жизни. Итак, значит, с вами начнут воевать. И вот когда мне предъявили, что сейчас меня вызовут Росгвардию, вот, я вышел на другой уровень. Я понял, что я готов защищать свою правду, веру в БАДы компании For Life Research, да, вот у меня просто вот так. И люди это почувствовали, понимаете? Я думал, что я подставлю своих коллег-врачей, а они сказали: Володя, ну, короче, я взял просто, наточил ножи. Я в свое время проходил лихие 90-е, очень хорошо освоил метание ножей. Ну, потом в свое время я их закопал, потому что восстанавливал человека как массажист, как мама-целительница, а нужны были мои сильные руки, да, и мы его вытягивали. Человек жив, все здоров. Сережка, привет тебе, да, Петровна, привет тебе. Ну, это достойный пример, я имею право это сказать, да. 3 месяца мы Сережку растягивали, пока ими не занялись специалисты в Китае, в Корее, да. Все, Сережка сейчас молодец. Но после того, когда я прошел вот этот 3 месяца, да, я понял, что я никому не могу причинить вреда. Пусть меня побьют, попинают,
но я никого не лишу жизни, потому что за ним потом будет ухаживать мама, сестра, бабушка. Понимаете, я его неудачно пнул, поэтому у меня даже был случай в тайге, я дал себя немножечко побить, но не стал их убивать. Поэтому я понимаю, о чем я говорю. Поэтому смотрите, когда я понял, что люди могут пострадать, я просто наточил ножи, как оберег, да? Ну так, я понимал, что я их не применю, но просто думаю, если на меня попрут, я буду защищать For Life Research. Вот просто, правду свою. И все на энергетическом уровне, на тонком, рассосалось все самой. А врачи мои, друзья, позвонили и сказали: Володя, есть клятва Гиппократа, и мы должны все рассказать пациенту, что знаем. А пациент уже сам должен выбирать. Хотя по процедуре, если врач не по протоколу что-то поможет человеку, но он, не дай бог, мы же все смертные, ну, не дай бог, уйдет раньше времени, врача могут очень наказать, посадить. А если врач, ну, я 7 лет с этим работаю, имею право об этом говорить, а если врач, допустим, помог человеку, не помог человеку, но по протоколу, и человек ушел, ну, врачу ничего. Знали? Не знали? А если это касается нас, нашей семьи, и если вы знаете то, что помогает, но оно стоит как бы от 10 до 50 тысяч в месяц, есть деньги на это? Вот не дай бог вот так коснется, дай бог всем здоровья. Вот если с этой точки зрения вы посмотрите на возможности кассы взаимопомощи, есть другие кассы взаимопомощи, я за них не отвечаю. Я вот верю в BeFree, да? И я зашел тремя местами. Дочке, жене на 8 марта, там посмотрите, да? Для мужчин и женщин, да? Там какое? 5 марта для мужчин и женщин. Вот в чем в три раза золотой треугольник. Но это мой выбор. Хотя я работаю кочегаром 25 тысяч за 360 часов. И я нашел три раза по 12 тысяч, понимаете? И я нашел. Потому что, а какие еще выходы есть? Как еще заработать? Проели, пропили эти деньги и все. Да, затянули пояски. Да, чуть-чуть на жену нагрузка легла, на ее зарплату. Итак, поехали. Значит, первый момент. Мы говорим, нас вообще не слышат. Второй момент. Мы начинаем людей раздражать. Третий момент. С нами начинают воевать. Как воевать, я немножко раскрыл тему, да? Четвертый момент. Че же он там щебечет, а? Че же он там лопочет? Дай-ка я посмотрю. Вот у меня есть YouTube-канал Стороженко Владимир, более 1500 видосов. Вот, заходите, смотрите. Есть более профессиональные, красивые видео. Загуглите BeFree. Там вот очень хорошее видео. Исключение из правил Романа, Татьяна Романова. Очень хорошо выражает мысль. У нее хороший финансовый результат. Она еще вот наставник моего наставника, да? Поэтому найдите. Ну вы же умеете, да? Если хотите, если захотите, найдете, захотите. Если нужна моя консультация, звоните плюс 7-924-123-2444 с WhatsApp, с Telegram, плюс 7-914-974-45-45 голосом. Лучше вот 45-45 голосом, хотя это вам межгород денег встанет. Ну, коротко, да, потому что вот на 24-44 звонили мне, я записываю запись, да, я отклонил звонок, я для вас пишу запись. Теперь, значит, первый, нас не слышат, на нас не обращают внимания, как от мухи. Второе, мы раздражаем. Третье, с нами борются. Четвертое, что же он там лопочет, дай-ка я посмотрю. Пятое, я, наверное, к тебе присоединюсь. А бывает шестое, люди с повышенным эгом, блять, а он же прав, он же боец, он же молодец, настырный. Ну как же я признаю, что я под него прогибаюсь? Ну как же я признаю? Нет, не буду я с ним работать, понимаете? Бывает и такое. Вот об этом я хотел поговорить, друзья. Так, ну, еще можно разговаривать. Я только боюсь, чтобы не отключился телефон. Вот смотрите, процесс идет. Вот я набираю воду, да? Сейчас приедут ребята на микрогрузовике, и мы помчимся. Но сегодня у нас тепло, плюс 2, поэтому резиновые перчатки не пригодились. Вот я сейчас одену фартук. Вот он я. Вот он я в резиновых сапогах, в химзащите. Вот и ребята подъехали. Так что все нормально. Все нормально, все, слава богу. Заканчиваем видео. Друзья, там у меня будет потом ссылочка под моими видео. Товарищ мне поможет захватить, как, ну, не воронка захват, а чтобы вам было удобнее попадать в наш чат. Наш чат на 8 языках.
исключение из правил. Be free, исключение из правил. Тимофеич, что, с низкого старта грузимся? Выключаем, все. Ну все, друзья, за мной приехали. Все, ребята, боевая машина. Короче, набрал я сколько тут? Ну, больше 500 литров набрал, слава богу. Нормальненько, просто у нас тут снег, дожди обещают. Значит, я вам объяснил. Смотрите, там я в костюме. 26 лет в сетевом маркетинге. Вообще, я выступал в Москве, в Академии наук России перед 1200 человеками. Речь толкала Дальнего Востока. Я выступал, защищал честь сетевого маркетинга в Уссурийске в 2012 году на День сетевика. В костюме с орденами сетевого маркетинга. Вот, вот такие дела. Все, друзья, я буду вам хорошим наставником. Я работаю круглосуточно. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Плюс 7-914-974-45-45 голосом Сороженко Владимир. Я пойду до конца. Вот видите, даже очки сломал. Надо было привезти воды. Но курточку я одел почище. У меня есть грязнее. Ну все, помогай Бог. Приглашаю в команду Be Free в нашу. Все надежно.